Как я вычисляю теперь мощность системы? 60 градусов будем считать на выходе, 28 на входе, 32 градуса у нас разница, дельта. 32 умножаем на 415, умножаем на теплоемкость воздуха 0,336, равно 4 киловатта 460 ватт. 4 киловатта 460 ватт. Солнце в зените. Мощность 18 трубочной системы. На одну трубку сколько выходит? 240 ватт. Где у нас обман? Обман. 500 ватт у нас добавилось вентилятором. Ну, будет 200 ватт. Все, это нормальные цифры, я считаю, нормально, ничего себе, всю трубку получили, всю, абсолютно, везде мы прошли воздухом, нету где потерь мощности, если потери на каких-то соединениях, они будут, ну, максимум 5%. Трубка подает воздух до конца трубки по гофрошлангу, который есть на фото, на видео. По внешней стороне, внутренней стороне, самой горячей, возвращается, все тепло отобрала, чего не понятно. По внешней стороне возвращается обратно. По внешней стороне гофры? По внутренней стороне трубки, по самой горячей трубке. По самой горячей возвращается. Ну, понятно. Все тепло отдало обратно. Здесь, да, здесь 60-70 от амбаки.